Поехали! Скейт-парк горит! Зажигаем огни, друзья, и больше и больше оваций! В зимний период будет находиться каток и все, что связано с зимними видами спорта. В летнее время, после того, как мы уберем каток, здесь будет находиться скейтодром. Часть элементов уже сегодня находится, но в непогоду они не будут использоваться. В летнее время уберем каток, и будут здесь находиться ребята, которые любят, увлекаются скейтами, скейтодромом, все, что с этим связано. Другие на сегодняшний день достаточно популярные виды спорта среди молодежи. Я рад, что у нас получилось, и мы это пространство оставили, закрепили за детьми, за спортсменами. Я думаю, что это хороший пример Киевского района. Мы не думаем останавливаться на достигнутом. Еще будут открыты в следующем году уже две-три локации в Киевском районе.